Если все равно, куда прийти, то нет разницы, в какую страну.
так ли? Но я укажу вам дорогу, если вы отгадаете мои загадки. Согласны? Ну что же, загадка первая. Сколько чудес было в сказке про Алису? Вас не смутило то, что у нас животные разговаривают? Да! Животные разговаривают, и кот куда-то исчез, правда? Да! Коты испаряются. Так, что же у нас еще было? А, помните, мы с вами, чтобы пройти через дверь, выпили что-то? Правильно, вы слишком умные. Ну хорошо, тогда развлеките меня веселым танцем. В этой стране так давно никто не веселится. Ребята, у меня есть одна идея. Вы знаете, мне кажется, у меня есть танец, который сможет удивить. Это гусеница. Поможете мне? Как поживаешь? А ты не особо ты торопилась. Я смотрела, как твой фильм. А мы вот чаи гоняем. Правильно, зайчик. Алиса в стране. Я знаю это. Хорошо, мне ты чего придумал, как ты
чем ты знаешь? Чай получился самым-самым-самым вкусным. Для начала необходимо насытить нашу водичку ароматом. Если у нас нет действительных выходим назад. Аккуратненько, пальчиком, аккуратно. А теперь смотрите. Так, ребятки, на всех не хватит. Теперь саживайтесь. Розочка? Да. Ой, очень холодная. Давай пробуй. У тебя дым идет из ротика. Вкусно, но холодно. Вкусно, но холодно. Запрещаете веселиться жителям вашей страны. Это правда?